Салам-салам всем! Сегодня мы в Нью-Йорке. Ну, на самом деле я вам соврал. Мы по-прежнему в Узбекистане. Просто я отсюда не выездной. Шучу. Конечно, выездной. Это бизнес-центр Триллиант. И сегодня здесь будет фэшн-показ. Face of Узбекистан. Мы сюда приглашены организатором для того, чтобы осветить это мероприятие конкретно на нашем YouTube-канале и показать вам, какая здесь есть фэшн-жизнь, что здесь это есть. Это совершенно обычная европейская страна. Мы пришли немножко заранее, чтобы посмотреть на это закулисье, которое здесь происходит. Это так прикольно, здесь такая прикольная атмосфера. Сегодня будет много красивых девушек, мы вам их всех покажем. Вообще здесь такая интересная атмосфера, меня прямо переполняют эмоции. Прямо так вообще, такой драйв. Интересно, интересно. Я на таком никогда не был. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер, гости нашей столицы. Победителям конкурса будет дана возможность представить Узбекистан на мировой арене в рамках фестиваля Asia Model Festival. Мистер Чарльз Ли, председатель КОБЭ, групп председатель Asia Model Festival. Mr. Charles Lee, the chairman of the Quebec Group and the chairman of organizing committee of the Asian Model Festival. Nana Han, основатель NN Models. Nana Han, the founder of NN Models. Nafisa Parpiyeva, главный букер NN Models Fashion Photograph. 2020-2022. Nafisa Parpiyeva, the head booker of the NN Models and the best photographer in the year 2020-2023. Saida Fazilov, креативный директор, контент-продюсер, блогер. Saida Fazilov, creative director, content producer and blogger. Вероника Ломухина, fashion photographer. Вероника Лабухина, fashion photographer. Мистер Кван Чжан, K-pop и дорама продюсер компании Mystic Story. Мистер Кван Чжан, K-pop and the K-drama producer of the Mystic Story Company. The Asia Model Festival comprises three main events, Face of Asia, Asia Open Collection, and Asia Model Awards. The Face of Asia is a survival competition program that invites models from 27 Asian countries to participate in it. And selects Asia's best rising star models in 2022. And furthermore,
producing Asia's rising stars. Ребята, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Шерзот, мне 17 лет. Меня зовут Эмилия, мне 18 лет. Я скажу нашим зрителям, это победители, занявшие первое место сегодня. Подскажите, многие зрители думают, что здесь, в Узбекистане, нету вообще фэшн-индустрии. Как давно вы занимаетесь этим, как вы попали в фэшн-индустрию? Немножко об этом. Ну, я вот недавно закончила курс, вот летом. Спасибо, могу поддержать. Да. И для меня это, наверное, какая-то удача, что я вот попала на такой конкурс. И, наверное, я даже не ожидала, что я вот выиграю. Ты долго готовилась к этому? В плане физически или... Ну, вообще, да. Сколько времени ты занимаешься фэшн-индустрией? А, нет, я недавно. Я вот второй раз на подиум выхожу. А вообще, сколько лет существуют вот такие показы? Это же, я как понимаю, 18-й показ уже или даже больше? Очень да, долго. Вот он... Да, он профессиональная модель. Это неправда. Да, он стесняшка просто. Вы здесь живете, вы местная? Я нет, я не из Ташкента. Откуда ты? С Янгиюля. Откуда? Янгиюль. Янгиюль. Да, ну, не Ташкент, Янгиюль, это Узбекистан. Я имел в виду, что вы не из других стран. Да. Как вы считаете, у Узбекистана есть какое-то будущее в фэшн-индустрии, если оно есть, как вы его себе представляете? Будущее, конечно, есть. Все будет расти, по-любому, развиваться. Поэтому дальше больше. Как проходят кастинги на эти мероприятия? Посвятите нас в эту, как сказать, закулисье. Кастинги проходят круто. Объявляют место, где они пройдут. Туда приходят модели, приходят люди с улиц. И на кастинг Face of Uzbekistan набралось, сколько там людей было? 400+. Совершенно любой человек может принять в этом участие. Не обязательно быть конкретно какой-то моделью и с какого-то агентства. Можно прийти с улицы и попробовать себя в чем-то новом. Блин, прикольно. Ну, получилось так, что мы с агентством. Ну, а так, люди, которые были финалисты, стояли тут с нами на сцене, некоторые из них с улицы.
У них нет агентства, они просто пришли, и они уже стоят на сцене как финалисты Face of Uzbekistan. Ребята, хочу вас поздравить с победой. Я надеюсь, что у вас это старт, который даст вам просто колоссальное будущее. Я знаю, что Узбекистан – это сильно развивающаяся страна. Здесь очень много возможностей. И я рад, что просто есть фэшн-индустрия здесь. Вы, наверное, даже не думали, что это здесь есть. Но, пожалуйста, вы видели сегодня офигенный показ мод. И любой из жителей Узбекистана может в этом участвовать. Это просто открыто, это просто доступно для всех. Это офигенно, это круто. Меня просто переполняют эмоции. Ребята, удачи вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, конечно. Да. Комментарии тоже.